sunt grăbiți 4 cetățeni ai Republicii Moldova. Li s-a pus un sac în cap. Aceste persoane sunt reținute pentru spionaj. Двое из четырех граждан Молдовы, похищенных так называемыми тираспольскими властями, освобождены. Информацию для Публика ТВ подтвердил министр внутренних дел Павел Войко. Речь идет о полицейском из Флорешты, сотруднике агентства государственных услуг. При этом министр утверждает, что о судьбе двух других людей пока ничего не известно. Это граждане, которые ранее работали в их милиции или пограничной службе. Мы пока ничего не знаем, но предпринимаем шаги, чтобы выяснить данные или найти их родственников и узнать, что с ними произошло. Мы предполагаем, что тех двоих они взяли в качестве свидетелей, чтобы не дали показания против остальных. Что касается сотрудников МВД и агентства госуслуг, власти заявляют, что им ничего не угрожает, и дело расследуют в соответствии с законом. Об освобождении двух граждан Молдовы объявила президент Игорь Дадон. Он написал в Фейсбуке, что обсудил этот вопрос с лидером Тирасполя Вадимом Красносельским и попросил его вмешаться в ситуацию с тем, чтобы освободить наших сограждан и привлечь виновных к ответственности. Глава государства заявил, что этот случай включат в повестку будущих переговоров формата 5+2. Об освобождении двоих наших соотечественников заявила и администрация Приднестровского региона. В пресс-релизе говорится, что мотивом к задержанию послужили несколько правонарушений, однако каких именно не уточняется. Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам, которая занимается делом граждан Молдовы, похищенных сепаратистами из Левобережья, пока не выступила с публичным заявлением.